Итак, друзья, вот я теперь зашел в игру. Так, что сейчас попробуем лидер. Профессионального фигурка. Сейчас глушитель. Два профессионала. Раунд дают. Конечно, смотрите, какая карта называется, она называется. Я не знаю, что на карте, потому что нам не дают даже пройти. Играем мы двое против 16, то есть два контртеррориста против 16 террористов. Офигеть просто, ребят. Короче, мы больше победим. Или просто попробуем. Так, этого на пошоле. Не так вот там поедем считать. Так, боюсь, давайте сделаем. Так, раунд все закончится сразу. Ребят, вот так вот я играю в игру. Раунд закончился уже. А, ну ладно, не победил. По идее. Так. Давай. Так. Давай. Кидаю гранату. Контас вообще из пистолета хоть что-то делает. Молодец, этот пацан. Так, это о, молодец. Хоть я и не вижу карту, но видно вообще супер он игрок. Смотрите, он один разобрался с 16 игроками вообще. 16 игроков.
последнего. А ложный пьон. А ложный пьон. Давай, стрелю, помогай. Единственный, кто не видит. Он постоянно так бегает за вас, он вопрос. Самое прикольное эти серы, что при убийстве вам дает еще хп. 10 хп. Это самое прикольное. И окончание раунда, то есть хп не попадает, они так и остаются. Вот, например, у Стелли Контаса уже 271 хп. Это, конечно, если сервера реально нравится, заходите на этот сервер. Ну, короче, вы все узнаете. Давайте его убьем. Так, все. Он, видимо, не ВХ, а я Юнку. Смотрите. Или другой. Там, к нам. Может получится? Не, видимо нет. О, все. Все, нет никого? Да, да. Хочу. Это супер игра. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сушков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Добавляйте меня ВКонтакте, ID 53 55 63 63. Пишите комментарии. Ну и всем пока.